Тема 844. Как забрать автомобиль со штрафстоянки? На московских автомобилистов я всегда смотрю с сочувствием. Мало того, что сложное движение, пробки и негде поставить машину, так еще и эвакуаторы в последнее время активизировали свою деятельность. Для них это способ заработка. А представьте ситуацию, что ваш автомобиль забрал эвакуатор. Вы стоите посреди улицы, не зная, где ее искать. Даже если оперативно узнаете, где она, вам нужно туда как-то добраться. Чтобы вам отдали машину, нужно еще какие-то документы в ГИБДД оформить. Считайте, что день потерян, не говоря уже о нервах. И вот на днях в Москве заработала служба, которая помогает автомобилистам быстро и без хлопот забрать со штрафстоянки эвакуированный автомобиль. Fast Return Route. Ее организовал сервис, занимающийся сдачей автомобилей в аренду. Fast Rent Car Route. Создал после того, как самому пришлось частенько забирать свои автомобили со штрафстоянок. Отработав не одну процедуру возврата автомобиля со штрафстоянки, все последующие процедуры даются намного легче, в отличие от автомобилиста, который попадает в такую ситуацию в первый раз. За 4900 рублей сервис оформляет все нужные документы в ГИБДД, забирает автомобиль со штрафстоянки и доставляет его по адресу клиента. А для сервиса по аренде автомобилей это будет двойная выгода. На время возврата клиенту автомобиля он может предложить тому попользоваться одним из своих автомобилей от 1200 рублей за сутки. Интересно, а есть ли где услуга по ожиданию гаишников к месту ДТП? Я слышала, что в Москве это тоже большая проблема. Гаишников приходится ожидать долгие несколько часов. Мало того, что холодно, хочется в туалет, а с места сойти нельзя. Так и работа, отдых, учеба. Все в этот день коту под хвост. Вот так бы приехал сервис, оставил своего человечка ожидать ГИБДД и оформлять все необходимые документы. Другой человечек развез бы участников ДТП до мест назначения, решил бы все вопросы по страховке и т.п. Так как машина все равно разбита, хочется побыстрее закончить все процедуры и вернуться к налаженной жизни, задумываться о цене такой услуги. Мало кто станет. Для автомобилистов можно создать массу услуг, у них проблем немерено. Так что любите автомобили и умеете ездить, создавайте любой бизнес по душе.